Всегда Кунтор имел политическую окраску. Сейчас данный проект является экономически направленным проектом, социальным проектом, который в первую очередь во главе угла ставит пополнение бюджета государства, оказание помощи семьям, которые именно пострадали от разрушения ледников, оказание помощи полностью Сокольской области и создание такой благоприятной биосферной территории, территории Сокольской области. Это очень положительно отражается в целом на формировании инвестиционного климата нашей республики, потому что Кунтор – это одно из больших месторождений, одних из больших проектов, самых больших компаний, которые вносят очень большую сумму в бюджет налогами, чистыми налогами. Да? И это на сегодняшний день оправдано. Я считаю, что необходимо заслушать информацию о проведенном в течение года экономических и финансовых мероприятий на Кунторе. Внешнее руководство предоставит всю необходимую информацию, и мы увидим дальнейшие результаты. Но на сегодняшний день, по предварительным данным, по оценкам экспертов, по международным оценкам, Кунтор – это проект, который на самом деле реализуется во благо развития экономического, социального развития нашей страны.